Ну вот, приобрели с батей такой мотор Shermax 4 лошадиные силы. Первый запуск будем делать с батькой. Установили такую штуку, 4 лошадки. Сейчас будем его обкатывать. Не в бочке, а в речке. Сейчас буду его заводить. Кранчики открыл, подсос включенный. Первый запуск. Что это? Вот. С третьего раза завелся. Бур-бур-бур-бур. Вода идет. Да. Да, вода идет, вот. Насос работает. И заглох. Надо еще и холодный просто. Сейчас попробуем еще раз. Холодный, да. Сейчас я на двери поплыву. Вместе с колями. Но работает так не громко вроде. Работает уже 10 минут на холостых, все нормально. А первый раз у нас он заглох, потому что я краник не открыл. Он еще что был, бензин китайский, карбюратор, он на нем и завелся. Даже не на моем бензине завелся. Так работает ровно. Сейчас попробуем газануть чуть-чуть. Вот полгаза. Работает ровно. Направим струю вон туда. Смесь, короче, 1:25, маленько дымит. Так работает. Будем проходить обкатку.